Здравствуйте! Сегодня мы с вами при помощи линейки и треугольника научимся проверять параллельность прямых. Итак, для того, чтобы проверить, какие прямые параллельны прямой А, достаточно приложить треугольник одной стороной к прямой А и затем подвинуть к нему линейку. И теперь плавненько начинаем двигать линейку относительно, вернее, треугольник относительно линейки. Обратите внимание, А и Б не параллельны. Двигаем дальше. Видим, С тоже не параллельно. И, наконец, доходим до прямой Е. Прямые А и Е будут параллельны. Мы запишем А параллельно Е. Далее. Посмотрим, может быть, найдется прямая параллельная B. Прикладываем прямую к B. Прикладываем четко вот линейку. И начинаем плавно двигать. C не параллельно. И E тоже не параллельно. Значит, у B параллельных прямых нет. Проверяем C. Если мы двигаем по линейке, то мы видим, что С и Е тоже не параллельны. Ну, у нас с вами имеются еще вот эти прямые. Итак, D. Вот посмотрите еще раз, как я прикладываю линейку на прямой угол. И двигаю. Мы посмотрим с вами, будут ли D и F параллельны. Видим, что они не параллельны. Итак, на этом чертеже параллельны только прямые А и Е. Спасибо за внимание.